Вы смотрите новости онлайн. Евгений Кафельников сделал первый шаг на пути к примирению с дочерью. Титулованный спортсмен написал в сети обращение к Алисе. «Доча, мы оба ответственны в том, что происходит сейчас. Я переживаю не меньше тебя. Давай искать выход вместе. Что бы ни было, I love you forever», — опубликовал запись в Твиттере взволнованный отец. Многие подписчики удивлены тому, что отец и дочь общаются через социальные сети, но на данный момент девушка слишком обозлена на родителя, который не смог удержать в себе бурю эмоций и во всеуслышание заявил о том, что его ребенок имеет проблемы с наркотиками. Первая ракетка мира был настолько шокирован известием о проблемах дочери, что вынужден был обратиться за помощью к подписчикам. Если для отца информация стала потрясением, то многие интернет-пользователи еще в декабре прошлого года заподозрили звездную дочь в употреблении наркотиков. Поводом стала публикация в ее инстаграм нескольких снимков. На одном из них она была замечена с подозрительной самокруткой, а подпись к другому фото гласила «Хочу снега». Позднее снимки были удалены из сети. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!